Всем привет, всем здравствуйте, доброе утро. Это рубрика «Дневник таксиста» и я ее водитель Руслан Земер. Друзья, сегодня интересная тема — образование. Нужно ли его иметь выше или среднего вполне хватит? Такие были слова в советское время шуточные. Без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек. Давайте узнаем, насколько ли обесценилась эта бумажка, диплом, или наоборот приобрела вес. Поехали, узнаем. Выше работал непосредственно по специальности 18 лет в НИИ, я химик, среднетехнический. Я получила образование товаровед материально-технического снабжения сбиты. И всю жизнь проработала по этой специальности. Потом, значит, у меня повысили, я была старшим товароведом, была начальником отдела. У меня есть высшее образование. Изначально я получила первое образование, это инженер ракетных комплексов. Вот. А в итоге я пошла работать с детьми. И уже когда пошла работать, мне потребовалось педагогическое образование, и я уже пошла по факту на педагога. У меня среднее специальное. Я считаю, что образование, оно всегда хорошо. Ну, для того, чтобы чего-то добиться в жизни, сейчас нужно образование. Благодаря своему образованию можешь получать зарплату. Это не принципиально. Я считаю, что любое образование, оно достойно. То есть, если человек выбирает пойти в училище, и он будет потом хорошим мастером, это тоже достойно. Для многих специальностей, в принципе, оно не нужно. Скажем, для IT-специальностей или около IT, такие специальности, как маркетологи и прочие специалисты, они, в принципе, не нуждаются сейчас в том образовании, которое, ну, у нас могут дать в университет. Нужно в форме корочки. Без нее никуда не берут. В принципе, как образование, я считаю, что у нас оно слабовато. Если тебе что-то надо, ты это изучаешь в итоге сам. Самообразование тоже хорошая тема, особенно как сколько в 21 веке. Но все-таки те знания, которые дают в университете, как чаще всего от квалифицированных людей. Ну куда ты устроишься без высшего образования? Ну куда? Ну продавцом, ну полпомбить. Везде требуют опыт работы. Высшее образование, оно не всегда дает человеку возможность самореализации в будущем, именно в той профессии, которую он выбрал. Потому что я филолог, я могу сказать, что те люди, кто со мной закончил филфак, единицы работают по специальности. Сейчас очень, как сказать, востребована и хорошо оплачиваем, допустим, сфера фриланса, для которой не обязательно высшее образование. А если в какую-то госсферу, то точно нет. Если в коммерческую, то ничего нет. Там его не требуют. Друзья, вот кто-то считает, что нужно получать высшее образование, кто-то считает, что можно обойтись без него. Но я скажу так, что образование, оно дает направление тебе, стимул идти дальше и вперед. С вами был я, Руслан Земер, а я поехал дальше.